Всем привет, с вами Луна. Сегодня ужасная погода на улице, погулять не удается, поэтому мы решили поехать в бассейн. Да, в феврале месяце в слякоть, в дождь и в снег. Мы будем купаться в бассейне. Скажите, а шапочку надо? Ну, или чтобы хорошо были заколоты волосы, чтобы наверх, для воды не падали. Да. У дежурной в соседней комнате берете ключик под залог, 10 гривен. Ну, вам один и вам туда 20 гривен залог, чтобы залочек не пользоваться. Ага, спасибо. Хорошо. Удержу. Какой мне? Пятый. Синенький. А куда идти? Разбивалочка слева, мужская справа. Переобувайтесь. Смена обуви. Разбивалочка. Меня бросили.
это женская, да, раздевалка? Ну, женская раздевалка. Спасибо. Правильно, я хаваю пиццу. Это мы пиццу, когда они выбиваем. Типа самые крутые ноги снимаются на ролике. Уже лишь на самые крутые. Типа, видос, видос. Мне надо было маленькую. Это я такая голодная. Давай еще два кусочка. Бери. Что нет? Пицца не вопрос.
Я съем. Какие? Давай, отрежь. А вот эти? Не треснул тебя? Еще парень такой треснул. Мне как не треснул. Половинка. Половинка еще в тебя? Хорош. Тихо покупался. Знаешь, это как мы знаем слова. Ты съел твои как-то. Да каких разных? Свинку жалко. Такова природа.